Всем привет! Сегодня 22 июля 2018 года. У нас вновь выходные дни. И мы решили вернуться на прошлое место рыбалки. Вот впереди нас Старочеркасск. Мы будем на этом берегу, напротив Старочеркасска, недалеко от центра погрузки зерна. Сюда мы попали через Аксайский мост, если ростовчане, кто смотрит. Поселок, станица Ольгинская. И вот мы идем прямо на Старочеркасск. Погода с утра все громыхала, переживали, что будет дождь. Дождь сейчас у нас как бы нужен в Ростове, но не очень совпадает с нашими выходными, но прошли тучи стороной, я бы так сказала. Облачно, нам это плюсом, меньше жары будет. Так что вот мы движемся в сторону погрузочного центра зерном. Судя по лужам на асфальте, недавно здесь прошел все-таки дождь прошел. В городе его не было. Мы рыбалить будем с лодки. Вот, и поэтому сейчас сможем ли мы добраться до воды. Оставайтесь с нами, я вам все расскажу. Мы пока будем искать место, где нам можно подъехать. К слову скажу, рыбаки мусор вот стали выносить к дороге сейчас. Я уже об этом как-то упоминала. Спасибо на том, что хоть так заботятся о нашем батюшке Доне. Вот кучи сформированы. Не знаю, кто убирает их потом или не убирают, но от воды мусор выносят. Ну вот мы облюбовали берег. Шикарный. И лодку спускать хорошо. И чистенько относительно, смотрю, что... Нет, вот есть. Приткнули все-таки кучку. Ну, потом вынесем к дороге мусор. И там дальше я вижу. Похвалила. Не все добросовестно к этому относятся. Но это мелочи. По соседству вот рыбалят рыбаки, не знаем, что там у них. Напротив вот пляж городской или база там какая-то. Но там Старочеркасск, вот там за деревьями это Старочеркасск. Сейчас будем разбирать наши пожитки. Из машины вынимать и готовиться к рыбалке. Ой, рыба прямо прыгнула. Большая, мне кажется. Погода не совсем солнечная, вот говорила. Вот так где-то там солнышко, облака. Ну, туч больших нет. По прогнозу на завтра на утро тоже прогнозирует дождик. Но мы вроде как встреча дождя готовы. У нас есть дождевики. Мы взяли клеенку. Ну, в крайнем случае у нас есть машина, в которой мы можем переждать. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как мы провели эти выходные. Вот такая красота проходит прямо понад берегом. Ну, когда будем рыбалить, то оно будет
Понад нами. Потому что вот буёк находится вот совсем рядышком. Получается, здесь уже будет глубина. Но мы взяли эхолот. Рыбка вон прыгает, играется. Со всей вероятностью смеется над нами. Ну, посмотрим, кто кого победит на этот раз. В 15:30 по Москве начали накачивать лодку. Все-таки думаем выйти на воду. В наши планы входит рыбалка с лодки. У нас в этой рыбалке новшество. Приобрели сумку вместе с сидушками. Теперь все будет у нас сидеть очень удобно. Сейчас попытаемся пристегнуть. Мне к этим сидушкам дается вот такой вот сумочка. Дома я более подробно покажу, обзор сделаю такой сумки. И она висит под сиденьем. И она под сиденьем, тут всякие вот кармашки, что положить, что взять. Вот такая сумочка сегодня была приобретена для рыбалки. Она для переноса с ручкой. Вот такие вот кармашки имеет. Здесь тоже на молниях два кармашка. Ну и сама вот она. Уже ее тут собрали. Эта сумка продается с двумя вот такими накладками на сиденье, на лодке, к лодке. Одна из накладок пристегивается к сумочке, то есть непосредственно на том месте, где сидит рыбак. Прикрепляется эта сумочка. Вот она на молнии. И все будет держаться под сиденьем. Вторая такая накладочка на сиденье пассажира или помощника. Рыбака, в данном случае меня. Вот. Стоимость такой сумочки накладочкой 1290. Итак, сегодня собираемся вновь на рыбалку, на водоем. И, конечно же, не обошлось без похода в магазин. Что приобрели мы на эту рыбалку? Вот такие две рассыпные из-под шнека макухи, два пакета, один даже вот какой-то большой, наверное, все с разными вкусами, как говорит Александр Васильевич, запахами. Раз запах другой,
Вот тоже что-то напоминает мне макуху, то ли с анисовым запахом. Ну, вот выглядит немножко по-другому, нежели и то макуха. Вот такой прикорм килограммовый. Две баночки, упаковочки червей. Одни из них какие-то светящиеся черви. Уже чего только не придумывают, как только не заманить, наверное, ночью. Такие, фосфором кормят их. Впервые слышу, но мы приобрели. Ну и опарыша баночка. Итого поход в магазин составил около 700 рублей. Последнее приготовление на воде. Сейчас легкий ужин. Мы с утра еще ничего не кушали. Чаю попили, уже вечер. Решили поужинать на природе. И в путь за нашей золотой рыбкой. Пять часов вечера. Пытаемся стартануть. Прошел вот такой танкер. Всю воду сначала забрал, а потом выпустил. Александр Васильевич боится. Держит лодку, чтобы лодка наша не ушла. Ну что, все, он дает команду. Лодку на борт. Слушаемся, давайте. Ага. Одев спасательные жилеты, говорят, сейчас штраф до 5000 доходит. Полторы тысячи. Я тоже в жилеточке. Мы поплыли вот к тому сооружению, где грузят хлеб. Лодочка там уже одна стоит. Сейчас мы им составим компанию. Ну, хочу отметить, сегодня воскресенье. Оно уже подходит к концу. Но люди вот не спешат покинуть свои насиженные места. Но мало того, сейчас мы будем проезжать. Прямо вот разбили. Места у нас очень клевые. Всех приглашаем на рыбалку. Часто у нас москвичи останавливаются. Вот прямо видим целый лагерь. Значит, они здесь уже не первые сутки живут и пока не собираются уезжать домой. Мы пока только мечтаем о таком, как сказать, разбитии лагеря. У нас получается с выходными не очень получается. От силы вот только на ночь. И надо идти уже на работу. Чуть дальше тоже что-то типа лагеря. И белье уже сушат, значит, тоже давно там палатка стоит. Ну, а мы сейчас эхолотом определим место, где нам остановиться. И буду рассказывать вам дальше. В 18:00 по Москве. Встали мы на якоря. Вот глубина. Эхолот нам показывает 9,5-9,6 метров. Температура воды сегодня 27,2 градуса по Цельсию. Довольно-таки теплая вода. Но что хочу сказать.
Рыба и намека, вот просто даже никакого намека нет. Ни в яме, ни около ямы. Какое-то время постоим, может, к вечеру подойдет рыба. Хотя вот корабль грузится, зерно летит, где рыба, пока загадка. Сидим, скучаем, встречаем и провожаем корабли. Вот прямо близко от нас идет. Нас пока ни одной поклевки. Время 8. Без 10. Без 5. Солнышко закатывается. Мы дышим свежим воздухом. 9 часов вечера. Комары начали одолевать. Ни одной поклевки мы не дождались. Где-то за берег, за это небо зорницей прямо. Гроза видно где-то. Сияет. У нас небо вроде как и звездное, а вот далеко, не знаю, видно или нет. Вот она, прямо как гроза идет. Дойдет к нам или не дойдет? Мы решили немножко по над берегом с эхолотом походить. Доброе утро всем. Сегодня 23 июля. Это следующий день нашей рыбалки. Вчерашний вечер ничего нам не дал. Лодки просидели без единой поклевки. Комары начали одолевать. И сил не было с ними бороться. Поклевок нет. Мы решили сойти на берег, переждать ночь. Она оказалась, конечно, намного мягче прошлой рыбалки, когда нас вообще думала, что просто съедят комары. Вот, и на утренней зорьке мы вновь спускаемся на воду. И мы сейчас пойдем ближе к пункту погрузки зерна. Там вчера вечером мы наблюдали скопление рыбы. Будет ли эта рыба поутру? Сейчас все проверим. Вчера мы рыбу на глубине искали, в яме простояли. А сегодня, оказывается, вот на глубине 2 метров зачастую проскакивает рыбешка. Где-то в этом месте мы и будем якориться. Началось движение по Дону. Рыбаки заняли, лодочники, свои места. Мы тоже приякорились. Мы приякорились, вот здесь такая небольшая, как бухточка. И недалеко вот от камышей. На берегу вот тоже рыбаки стоят. Начинаем рыбалить. Удочку уже забросили. Готовим. До 7 утра просидели в том затончике. Ничего не клюет, хотя эхолот рыбу показывает. Решили не сидеть на месте, если уже рыбы нет. Движемся в сторону опять этого же острова. Посмотрим, что эхолот покажет вот в начале здесь острова. Ну, попробуем испытать судьбу здесь, в этом месте.
рыбаки вот сидят везде, по всему берегу. Рыбаки есть, а рыба не наблюдается. Специально для белгородцев еще раз заснимаем вид острова. Деревья подмываются. Блин, трасса. Всякая гадость есть. Да? Трасса, не знаю, вижу. Какую гадость. О, на верхней. Ну, понятно. О, это наш мотор что-то зацепился. За дерево. Под водой. Оттолкнуться надо. Оттолкнуться не надо. Коряк. Проплываем сейчас в затончик, посмотрим, что здесь. Ну что, самое. Вылезем на остров, что-то у меня уже ноги крутит. Подгибай. Сейчас. На экскурсию сходим. На экскурсию сходим. Вот мы заякорились на острове, и трудно сейчас определить вообще территорию, которая как-то где-то была и теперь не стала. Она вот уменьшается совсем в объемах. Сейчас пройдемся, может, что-то вспомним. Где-то стол стоял у нас. Но мне кажется, это вот та узкая территория в то время была площадкой. А сейчас мы видим вот такие вот поваленные. Ну, оно спилено, поваленное дерево. Его даже кто-то еще и подпилил. Умудрился. С этой стороны тоже все вымывается. Поэтому остров потихонечку разрушается. Вот такая мини-экскурсия по местам былой рыбалки. Относительно мусора практически его нет здесь. То ли перестали рыбаки интересоваться этим местом, то ли стали задумываться. Вот прямо дерево бедное еще живет. Но на следующий год, наверное, поплывет по Дону. Оно ж подмывает, подмывает, и все потом плывет, отрывается. И такие махины плывут по Дону. Вот кто-то опознавательный знак нарисовал. Мы в свое время не отмечали, что это обозначает, я не знаю. Но что-то для кого-то обозначает. Пенечек.
Вот здесь же прямо вот какое-то сооружение. На шалаш не похоже, а мне как больше похож на туалет. И для туалета, ну, строили вот люди, да? Значит, получается, здесь жили продолжительное время. Так, пойдем дальше посмотрим. Еще отдыхая в прошлый раз, мы обнаружили, что на острове хрен растет. Лопату мы не взяли, чтобы корней накопать. Ну вот, подживились листьями. Как раз сейчас сезон засолки идет. Огурчики можно посолить. Короче говоря, рыбы нет. Мы вечно что-нибудь где-нибудь собираем. Поймал дядя что-то. Гибридик, наверное, был, да? Или блещик? Соревнуемся? Майе. Рыбы нет, катаемся по Дону. Соревнования. Кто быстрее? У кого больше лошадиных сил? Немножко вперед, конечно, если учесть, что он еще сзади нас нагнал, да, вперед идет. Нехитро было бы. Тогда не будем, Александр Васильевич говорит, соревноваться, все равно обогнал. Вот такие у нас сегодня дела. Здесь вчера, где был городок, вроде палатку собирают. Нынче понедельник, поэтому люди, видно, на работу или наловили мешок рыбы. Он выбрасывает ее что-то, рыбу, это, наверное, или мелкая, или... Рыбаки есть, но рыбы... лично не наблюдаем. Отдыхающего народа с удочками очень много. Вон наша машина, но мы немножко дальше идем и спустимся. Временно пристали вот такой тут понтонный мост, так он, правда, на баллонах. На баллонах, на этих. А внизу вон баллоны. Ну как понтон, видишь? Нет? Ай? Иди. Ну да. Так. После дождя можно выйти из воды. И здесь вот тоже как лагерь рыбацкий. Столик, даже скатерть был накрыт, и стол как. Есть стихотворение. Вот. Ну там забор. Ну молодцы, ребята оборудуют рыбальные места. Это всегда радует. И чистенько. Часто бывают, значит, за собой убирают. Ладно, пойдем дальше. Покажи мне. Красноперочка. Мы опять на то же место решили вернуться с прошлой рыбалки.
Держи ее, чтобы не выскочила. Ух ты! Гибрид. Да? Отлично. А, этот окунёчек маленький, угу. Да, наверное, окунь. Ну, конечно, я ему не повредю сейчас, когда доставать буду. Это он парень такой. Сейчас просто тут могу разорвать. Повредится, значит. Поплыл, да? Экзотические, говорю, черви. Ну, да. Ближе к слову химические. Ну да. Чем экзотические. Да? А придумываю. Рыбалим мы сегодня на поплавочную удочку, на опарыша в основном. Да. Иногда экзотического червя одеваем, но его обгладывают, но еще никто на него не поймался ни разу. Да. Спиннинг стоит, но он молчит с утра. Время 10:30. Солнышко вовсю начало припекать. Обещанного дождя, стихийного бедствия пока еще нет. Остаемся на воде, сколько хватит терпения. Кажется, лещик. Хороший. Еще гибрид. Чуть крупнее. Половина первого. Приняли решение, что достаточно ловить рыбу, просто в лодке находиться. Но невыносимо жарко. Я уже который раз собираюсь купить термометр, чтобы в реалити показывать температуру, при которой приходится сидеть в лодке, находиться на воде. Ни тенечка, ничего нет. Поэтому сейчас еще у нас немного есть времени. Попробуем, попытаемся половить раков. Прошлым разом мы ловили, показывали вам. Попробуем еще и сегодня испытать судьбу. Нет, будем возвращаться в город. Мне кажется, в городе не настолько жарко, как на природе. Рыбаки не сдаются,
один на одном. Прикорм закончился, бензин заканчивается, но наше терпение остается крепким. Люди вот с палатками, с детьми, с удочками. Территория, на которой мы отдыхали, я собрала практически весь мусор. Я говорила, его не так было много. Вот я мешки приготовила. Сейчас вынесу их туда, на дорогу, где куча мусора лежат. Так как у нас мы сегодня с лодкой, и в машине особо места для вывоза мусора нет. Но берег, по мере моей возможности, я убрала. Призываю вас точно так же. Отнеситесь добросовестно к нашей природе. Да будет приятен вам отдых на воде. Подводя итоги сегодняшнего дня, сутки мы пробыли на воде. Вчера где-то часа в 3-4 приехали. И сейчас начало 6-го, мы начали собирать лодку. Еще не сдували, вот только вещи все. Пытаемся теперь запихнуть обратно в машину. 3 гибридика и одна, наверное, красноперочка, а то тараночка, скорее всего. Ну, сами видите, что это. Ну, хочу отметить, что мы решили все-таки проехаться за раками. И вот наловили руками. Тоже хочу отметить, без раколовок Александр Васильевич нырял, заныривал. Хотела снять, как он это дело производит, но намочили камеру. И что пока она подсохнет, ничего не снимали. Вот. Так что вечернее пиво нас ожидает дома. А гибрид, наверное, ждет своей участи уже завтра, послезавтра. Все, что на этой неделе мелочь наловили, пойдет на рыбные котлеты. Как я готовлю рыбные котлеты, ссылочку смотрите внизу в описании к этому видео. Ну, наверное, кому было полезно наше видео путешествие и отдых на Дону, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, как вы отдыхаете, как вы проводите выходные дни. И всем пока-пока. До скорой встречи на водоеме, иногда на кухне. Пишите в комментариях, почему летом нет рыбы? Или мы, может быть, не так ее ловим? Подскажите, пожалуйста, куда на лето рыба уходит из рек? В частности, в Дону рыбы нет. Жду ваших комментариев.